В Украине есть два ярких примера тех политиков, которых не смогли купить олигархи. Это Черновол и это Кузьма, которые были убиты этой олигархической системой. Олигархи не терпят конкуренции. Все 30 лет они распиливают и доедают труп у СССР. И если они кого-то не могут купить, они моментально его убирают с политического поля. Это еще лишний раз подтверждает, что все остальное говно, которое крутится в украинской политике, оно уже скуплено и перекуплено несколько раз олигархами.